Всех приветствую. Я наконец-то нашла время и отобрала, на мой взгляд, из своей коллекции ароматы, которые, мне кажется, очень отлично подойдут на лето. И на самом деле у меня их получилось очень много. Я на самом деле не знаю, посмотрю, насколько длинное получится видео. Возможно, оно будет разделено на две части. Я когда отобрала все ароматы, именно для обзора ароматы лета, в итоге я их разделила на 5 групп. Это цветочные ароматы, цитрусовые ароматы, ароматы нежности, зеленые ароматы. И ягодные ароматы. То есть все отобранные мной ароматы были разделены на 5 основных групп. Начну я, наверное, с одной из самых многочисленных, которые получилось. Это цветочный аромат. И начну, наверное, со своего недавнего любимца. Это Фуэгия 1833. И это аромат Амалия. Я обязательно под видео будут подписаны ноты, содержащиеся в представленных ароматах. А так я постараюсь просто очень кратко описать ассоциации, с чем именно у меня ассоциируется конкретный аромат. Знаете, для меня вот это самое красивое. Самая красивая здесь нота жасмина. То есть для меня здесь очень красивый жасмин. Он здесь не индолит на мой вкус. И он здесь такой, знаете, молочно-сливочный, влажноватый. Очень красивый жасмин. Знаете, недавно я познакомилась с ароматом от Tom Ford Жасмин Руж. И я бы сказала, что данный аромат чем-то схож. Так что вот если вам нравится Tom Ford Jasmine Rouge, то мне кажется, вот вам этот аромат тоже очень понравится. Следующий аромат из цветочной группы, это, конечно же, будет Amouage. И это будет Love Mimosa. У меня тестер. Знаете, для меня это один из самых любимых омажей. Ну, хотя на самом деле все омажи, которые находятся в моей коллекции, они там находятся, потому что они оказались любимыми ароматами для моего носа. И вот для меня это действительно мимоза, но еще с акватическими нотами. Здесь мимоза очень красиво обыграна акватикой. И она здесь сладковатая. Очень красивый аромат сладковатой акватической мимозы. Следующий аромат из цветочной группы. Это будет тоже недавно приобретенный аромат. Это Тихое лето, как переводится от лартизан, парфюмер. Здесь очень красивая липа. Аромат настоящей липы, настоящего лета. И сено. Причем, знаете, сено здесь такое, которое недавно скосили,
и оно прогревается солнцем. Аромат слегка сладковат. Следующий аромат это будет османтус, кадашан от Maison Crivelli. Наверное, это один из самых непохожих на османтус аромат. Нет, ну, конечно, он здесь чувствуется, и именно здесь есть такая абрикосовость, но в нем она какая-то землистая. То есть это, знаете, нетипичный османтус. Мне кажется, это за счет ноты пачули. Здесь он такой абрикос, такой землистый. То есть как будто аромат зеленого чая, в который кинули дольки абрикосов. Очень свежий и не сладкий аромат. Следующий аромат это будет Мюглер Alien Godness. Вообще, Alien, на мой взгляд, вот это как раз очень такой индольный жасмин, но вот именно вот этот фланкер Godness, он на мой вкус такой как раз именно более нежный жасмин здесь и более смягченный, но мне кажется, это как раз вот именно за счет кокосового молока нота жасмина здесь смягчена. И вот даже вот этот аромат мне нравится гораздо больше, чем классический Элен, потому что там просто крышесносный жасмин, то вот здесь вот он смягчен нотой кокосового молочка. Следующий аромат это аромат от Бон Парфюмер 102, называется чай кардамон и мимоза. Вот здесь, конечно, аромат абсолютно не похож на Love Mimosa, который от Amouage. То есть вот этот аромат я бы не назвала его сладким, но мимоза здесь тоже ощущается. И она, и кардамон, но кардамона здесь тоже очень хорошо чувствуется. Такой тоже довольно легкий чайный аромат. И еще одна липа на лето, тоже из недавних моих приобретений, это бобер от зоологиста. Вы знаете, вот здесь липа тоже очень красивая, только здесь вот такое ощущение, что как будто липа стоит на берегу реки и с прискусом мокрой древесинки. Для меня вот этот аромат тоже очень красивый. Мне из зоологистов он тоже очень нравится. И липа здесь звучит на протяжении всей жизни аромата. Мне кажется, очень такая красивая и необычная липа в данном аромате. Следующий амуаж хочу представить тоже в цветочной группе летних ароматов. И это, конечно же, будет сель. Знаете, это на мой нос самый не амуажевский амуаж, потому что он настолько нежный и настолько женственный аромат, но женственный, знаете, в хорошем смысле слова, именно такой, даже я бы сказала, девичий. Он настолько легкий, воздушный и, конечно же, цветочный.
И если, например, вы не знакомы с омуажами и их отчасти боитесь, например, по отзывам по поводу их восточности, громкости, то вот я вам рекомендую начать свое знакомство именно вот с аромата Сиэль. И последний аромат из цветочной группы. Без молекулы здесь не обойтись. Я в последнее время очень полюбила молекулу. И практически считаю, что у Гёза Шойна нет плохих ароматов в его коллекции. Практически нет. И здесь, конечно, представлю молекулу 01 плюс Эрис. Знаете, это очень красивый аромат. Очень шлейфовый. И ирис здесь именно такой цветочный, нежный. И здесь совсем нет пудровости. Тоже очень рекомендую попробовать. Следующую группу ароматов, которую я хочу обсудить, это будет цитрусовая группа. И начнем мы с аромата от Ксерджоф линейки Касамарати, и это будет Dolce Amalfi. Я очень люблю данный аромат. Он, конечно, такой, знаете, специфический за счет ноты, возможно, гвоздики и есть какая-то в нем такая пряность. Я бы даже сказала, что это, знаете, такой фруктовая цитрусовая шипучечка с перчинкой и специями. Ну вот для меня этот аромат ассоциируется просто с солнечной Италией, именно с побережьем. Именно Амальфи, где растут такие большие крупные лимоны. Очень красивый аромат. Поэтому среди цитрусовых очень рекомендую обратить на него внимание. Следующий аромат из данной группы это будет Pacific Rock Moss от Goldfields and Banks. Вот тут прямо, знаете, чувствуется морская свежесть, соль, цитрусы. Очень ассоциируется с морем. И вот он практически не сладкий на мой вкус. То есть здесь и древесность, и цитрусы, и морской бриз. Аромат унисекс. Думаю, будет хорошо звучать и на мужчинах, и на женщинах. Очень интересный. Парфюмерный дом. Поэтому вот среди цитрусовых летних ароматов неплохой представитель. Следующий аромат, ну, который я не могла не включить в данную подборку, это один из моих любимчиков. От Диптик, и это Оэда. О, это, знаете, это аромат антистресс, то есть его прямо хочется, знаете, с утра нанести для поднятия себе настроения. Для меня это сладкие апельсинки, мандаринки и земляничка. Очень такой позитивный аромат. И мне кажется, если утром им роситься, то он прям забодрит вас и поднимет прям из постели своей вот этой бодрой цитровостью, свежестью. Прекрасный представитель цитрусовых ароматов, которые будут
хорошо звучать летом. Следующий аромат из группы цитрусовых — это Фаэдон Антигуа. Вот этот аромат, на мой вкус, он уже не сладкий. Здесь очень ощущается, на мой взгляд, грейпфрут и, наверное, гуава, потому что я, в принципе, не очень знаю, как она пахнет, но с учетом метода исключения, мне кажется, тогда это очень ярко здесь гуава. То есть именно это такой аромат газировки из гуавы, такой свежий. И, на мой взгляд, он совсем не сладкий. Знаете, такой аромат, который можно настолько универсальный, что вот если когда не знаешь, что одеть, ну, из ароматов я имею в виду на себя, то ты его взял и нанес, и он всегда будет уместен. Тоже очень красив, рекомендую обратить на него внимание. Следующий аромат от дома Maison Crivelli, это будет цитрус батака, батиканга. И здесь цитрус, он немножко не такой, как во всех ароматах данной группы, потому что здесь он довольно специевый, такой пряный с восточным уклоном. Но, знаете, в нем есть такое притягательное что-то, очень приятный. Даже, знаете, такое есть ощущение маслянистости. То есть восточность здесь такая маслянистая. Ну, конечно же, куда без летних цитрусовых ароматов, без Монталь, Солео де Капри. Это просто идеальный цитрусовый аромат. Ну, это, знаете, это самый, на мой взгляд, не монтальский аромат из Монталей. То есть, если вы когда-либо боялись подходить к стенду Монталей из-за их громкости, мускусности сильной, то вот я вам рекомендую попробовать Солео де Капри. Это очень приятный аромат сладкого цитрусового десерта. Знаете, в одном направлении с Light Blue от Dolce Gabbana, но только, конечно, более многогранней и, на мой взгляд, более интересный. И нетипичный Монталь. И последние два аромата из группы цитрусов — это на самом деле такие два бюджетных аромата, купленные мной в подружке. Они, конечно же, знаете, совсем не стойкие. То есть это из серии «Обливаться». Но вы никогда с ними не переборщите. Меня на самом деле они поразили своей схожестью, именно оригинальностью звучания. То есть, например, Juicy Pomelo — это действительно аромат такого сладкого цитрусового помело, очень такой освежающий и вкусный аромат. А вот Happy Orange, на самом деле, он меня поразил своей схожестью по звучанию с Оэда от Диптик. Вы знаете, они действительно очень, очень сильно похожи. Ну, конечно, Happy Orange, он практически не стойкий, но думаю, что если вставать с утра и морошаться для включения в себе тонуса, для пробуждения, то он вполне может справляться с этой задачей. Потому что на самом деле он очень похож на Оэда от Диптик.
Ну, наверное, я закончу первую часть видео про ароматы на лето. И вот во второй оставшейся части я расскажу про три оставшихся группы ароматов на лето. Это будет ароматы нежности, ароматы ягод и зеленые ароматы. На этом я хочу завершить свой обзор первой части ароматов на лето. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!